Привет. У нас время сейчас 10:30. Мы идем к школе. А сейчас, в общем, они едут с классом в музей. И мне надо его довезти. Они там поедут, уже приедет автобус за ними. Да. Взяли с собой рюкзак маленький, взяли немножко там еды, печенье шоколадное, коктейль молочный. У нас сегодня все, смотрите, инеем покрыто. Сегодня мороз, но снега нет. И погода, ну, в общем, вот так вот. Может быть, даже сегодня будет солнышко. Давно у нас его не было. Ну, ясно так и морозно. Я сегодня иду в своей куртке, в шапке. Вот, как-то так. И в своем теплом спортивном костюме. Он меня реально спасает. А в такую погоду вообще замечательно. Он такой синтетический и очень в нем тепло. Даже вообще не продувает ничего. Так что очень им довольна. Он вот реально полезная вещь, которую я ношу, которая мне нравится. Я еще болею, но, может быть, вы слышите, я уже мне получше. И настроение получше от этого. Горло еще немного болит. А сегодня нам надо в бассейн. Муж поедет, я не поеду, потому что еще не выздоровела. Боюсь, что еще сильнее заболею. Я была с температурой, и мне не хочется еще хуже болеть. А сын поедет, в общем, я надеюсь, к пятнице я поправлюсь окончательно. Мы все вместе поедем. Мы на час ходим туда всего лишь. Но за час, поверьте, можно так аккуратно наплаваться, что просто вообще до самоубийства. Мы уже дошли почти до школы. Там уже, я думаю, их все ждут. Классный руководитель. Вот. В общем, немножко с вами поделилась такими вот новостями. В такой морозный день. Сегодня у нас какое число-то? 1 с этой стороны. Всем большой привет! У нас сейчас вечер, уже 7 часов вечера, и мы, в общем, я собралась ехать в бассейн. Все-таки я решила, думаю, ладно, поеду, вроде я выздоравливаю и нормально себя чувствую, и хочется мне очень поплавать. То есть сейчас мы поедем к 8 часам, у меня сын пока ужинает, мы его сейчас отвезем моей маме, и уже потом поедем в бассейн. У нас вот 8 начинается, и до 9 мы будем плавать. А потом где-то 9:30 приедем уже домой, уже заберем сына, приедем и ляжем спать. Вот. Хочу вам сегодня немножко поснимать. В общем, бассейн сам, не знаю, получится или не получится снять, но постараюсь, в общем, что возможно, может быть, что-то поснимаю. Так что надеюсь, что вам будет со мной интересно. По крайней мере, мне очень интересно, мне очень хочется с вами как-то поделиться тем, что у меня в жизни происходит. В общем, все, мы одеваемся и поехали. Так, время у нас почти 7:30, -2, кстати, на улице. Мы сейчас уже поедем. Я со своей сумкой еду, с такой спортивненькой. Сейчас сына завезем и поедем. Да, вот. Муж пошел, забыл полотенце взять. Мы сейчас поедем. Я сейчас без макияжа, не знаю, видно, не видно. Взяла шарф, чтобы нужно наверняка не заболеть, потому что еще я не выздоровела до конца. Но все-таки, надеюсь, что нормально. Расческу, кстати, тоже взяла. Папа. Все взяла? В общем, все, поехали. Шапку! В общем, мы подходим. Туман везде. Вот сюда. У меня опять эта сиреневая полоска. От этого фонаря, кстати говоря. Вот сюда мы ходим. У нас туман вообще очень сильный. Жду мужа, сейчас он пропуска возьмет.
Нет, это не муж. Доброго всем утра. Я, в общем, жарю сырнички. Так что сейчас я буду накрывать наши сырнички крышкой. И это сыночку на завтрак. Я еще тоже кофе не пила. Сейчас себе буду наливать кофеек. Я себе уже налила кофе. Сейчас буду пить вот в такой вот большой кружке. Всем желаю отличного дня, хорошего утра, приятного аппетита и всего-всего только хорошего. Угадайте, чем я занимаюсь на выходных. Сегодня суббота, и я испекла вот такой вот мраморный кекс. Только вот достала его из духовки, он такой прям блестящий получился. Еще не разрезала, жду. У меня муж сегодня с сыном у свекрови. А я дома сегодня хозяйничаю, убираюсь, готовлю. Сделала салатик, ну, из овощей. Редиска, зеленый лук, помидорки, огурчик и все. Так, вот, и тут у меня тоже готовится. Тут у меня варится картофельное пюре. А здесь у меня варятся овощи на винегрет, свекла и морковка. Так что потом еще буду готовить винегрет. И вот, в общем-то, сегодня вот такие вот у меня дела. Я уже везде убралась, уже все приготовила. Сейчас я буду редактировать одно видео, потому что потом просто его будет редактировать некогда. Потом обязательно разрежу вот этот вот мраморный кекс и покажу его вам, как он выглядит внутри. Мне самой интересно, и надеюсь, что он получился вкусным. Напишите, пожалуйста, чем занимаетесь в выходные вы. Отдыхаете или чем-то по дому занимаетесь. Очень-очень будет интересно почитать. Так, разрезала только что. Сейчас хочу показать вам, какой получается в разрезе. В общем, вот такой. Ай, все потеет. В общем, мраморный кекс вот такой вот получается в разрезе. Он очень еще горячий. Все запотевает у меня прям камера. Если близко подношу, и прям начинает запотевать. Ну, в общем, такой красивый. Такие вот кусочки. Вот смотрите. Вот такой. Красавец. Надеюсь, что он очень вкусный. Всем желаю приятного чая. Я начинаю снимать влог. Наверное, сегодня будет за один день. Сейчас мы едем маме моей за подарком, у нее день рождения, и мы, в общем, едем сейчас выбрать какой-нибудь ей подарок. На улице сегодня, кстати, достаточно так холодно, ветрено, и даже много дождь как пошел. Я сегодня раскрыта еду, потому что надо еще снять небольшое видео. Ну, как его снимать долго, монтировать долго, а на самом деле оно выходит небольшим. Так что вот так, я сегодня вот так вот одета, в лугах, в платье в теплом, в свитере, в новом шарфике, я его очень люблю, он такой теплый и очень приятный, и он нравится по расцветке, сегодня я с красными губами, и вот с таким вот объемом на голове, не знаю, продержится он или нет в такую влажную, сырую погоду, но будем надеяться, что продержится, я лаком немножко сверху побрызгала. Так, все, мы собрались и уже выезжаем. Надеюсь, еще что-нибудь вам поснимаю. Если сегодня все нормально поснимаю, то вечером или завтра выложу этот влог. Ты знаешь, так, видео я сейчас уже, ну не я, точнее муж отснял. 10 минут отсняли, не знаю, что там у нас получится. И сейчас мы едем маме посмотреть мой цветок на подарок, в общем, день рождения. Это один из подарков будет. Мы ей всегда каждый год дарим живой цветок какой-то. Вот сейчас мы хотим выбрать какой-нибудь красивый, чтобы маме понравился. Она любит живые цветы. Всегда довольна, когда мы ей их дарим. Так что я считаю, что, например, вместо какого-то букета просто цветов срезанных подарить, лучше просто живой цветок, чтобы он всегда цвел и радовал глаз. Вот, но это чисто мое мнение. Я люблю и срезанные цветы. Живых у нас дома нет, так как у нас коты очень такие строптивые по окнам лазить, поэтому мы живые цветы не держим. А вот мама моя очень даже любит. Так, мы уже купили маме цветочки, купили вот такие вот безешки. Смотрите, какие они милые, красивые, не могла с вами не поделиться. И там внизу еще вот такие вот светло-голубые. Так что сейчас поедем к маме. Такие вот безешки тоже, это мы сейчас по дороге, может быть, покушаем с мужем. Сейчас уже поедем. Мы стоим на переезде.
Жду, пока муж придет. Мы приехали в Пассаж. Сейчас пойдем маме там посмотрим подарок, а потом уже все, поедем к ней. Мы уже все, все заходим. Вот, билет номер. Как вам парка? Так, мы идем в спортмастер, да? Наконец-то мы до нее еще не доехали. Ехали и не доехали. Да? Неси цветы. Ну пойдем, потом покажем. Цветы мы несем. Вот такие цветочки. Ну пойдем, я покажу вам. Марсик. Показать, как у моей мамы цветет цикламен. Смотрите, какой он большой. Вообще такие цветы красивые. Елочка у нее уже наряжена здесь стоит, да? 4-5. Да, мам? У нас сегодня вот такой вот торт. Называется Констанция. В общем, не знаю, с вишней и воздушным бисквитом. Но мы такой еще ни разу не брали. Это Мишель у нас торты. Все, режем. На этом я свой влог заканчиваю на сегодня. Сегодня, я надеюсь, я его выложу. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте пальчики вверх, если вы любите влоги. Я знаю, что вы их любите. Всем пока!